Приветствуем вас на канале Хедстарт ТВ. Близятся новогодние праздники. Во второй половине декабря уже некоторые начинают покупать зеленую красавицу. И совершенно не важно, искусственная она будет или настоящая. Ей нужно уделять пристальное внимание. Под елкой обычно хранятся новогодние подарки для детей или вокруг нее водят хоровод. Как правильно и во что следует установить елочку? Существует множество способов. В емкость с водой или мокрым песком. Подставку, но при этом нужно сохранять низ ствола влажным, например, обернуть его мокрой тряпкой и периодически увлажнять ветки. На нашем сайте вы можете выбрать необычные пластиковые подставки с лесными героями, зайцами и белками. Такую сказочную подставку обязательно оценят маленькие детки. Можете не сомневаться, что подставка под елку от интернет-магазина Хедстарт не только обеспечит устойчивость вашей зеленой красавицы, но и отлично подойдет к новогоднему интерьеру. На сайте представлен широкий ассортимент подставок хорошего качества и за разумную стоимость, начиная от 600 рублей. Вы можете выбрать ту подставку, дизайн которой вас наиболее устраивает. Металлические, они прочные и надежные, что позволяет использовать их для елок большого размера. Подставки стеклопластика с фигурками снеговичков, подарков Деда Мороза и других лесных зверушек. Такую подставку вы можете выбрать для небольшой живой или искусственной елки. Комбинированные кованые подставки под елки с деревянными элементами, выполненные в классической форме крестовины для елок или в необычной форме декоративных саней, они очень стильно выглядят. Поставить елку в подставку самостоятельно. Ствол дерева вставляется в отверстие и закрепляется болтами, которые необходимо закрутить до полной фиксации. И небольшой совет напоследок. Не ставьте елку близко к батареям, печкам, каминам и другим источникам тепла. Она у вас скоро высохнет и начнет осыпаться. Желаем всем хорошего настроения. Следите за новым видео на нашем канале.